среду в Самарской области малооблачно, местами пройдет небольшой дождь, возможно гроза, 19-22 тепла днем, ночью 13-15 выше 0. Ветер северо-восточный, северный 2-4 метра в секунду. В Сызрани небольшая облачность, осадки в виде дождя. Днем плюс 19, ночью плюс 15 градусов, северо-восточный 3 метра в секунду. В Тольятти облака, дождь, днем плюс 20, ночью плюс 14 градусов, северный ветер 3 метра в секунду. В Самаре малооблачно, пройдет небольшой дождь, плюс 21 в дневное время, ночью плюс 15, северный ветер 2 метра в секунду, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 56%, температура воды в реке Волга 17,9, слабая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.